красивом кремлевском зале сегодня медики и геологи, физики и математики, биологи и химики. 5 коллективов, больше 3 десятков докторов и кандидатов наук. Высшие награды Государственной премии Республики Татарстан они удостоены за исключительные исследования и открытия. Одни помогли спасти тысячи жизней, другие – добыть миллионы тонн нефти, третьи – пролить свет на черные дыры космоса. Вы признанные в мировом научном сообществе профессионалы, специалисты высочайшего уровня. Мы гордимся вашими успехами, а также вкладом в развитие современной науки и техники. Первая высшая награда за разработку инструментария для лечения сосудистых заболеваний. Больше половины всех причин смерти россиян – болезни сердца и сосудов. Бороться с ними под руководством Рената Акчурина взялись ученые Московского центра кардиологии и производственника Казанского медико-инструментального завода. Современный набор для хирурга ими не только разработан, но и успешно внедрен. 30 лет мы шли постепенно к тому, что создали сейчас. Последние десятилетия эти инструменты сильно популярны во всей России. Их покупают за рубежом. Хочется сказать, служу Отечеству. А потом думаю, почему мы не можем этого сказать? Мы служим. Мы практические врачи, и не просто ученые. Спасибо. Еще одна награда коллективу Казанской медакадемии за 45 лет научных трудов. Методы ранней диагностики и реабилитации родовых повреждений, разработанные детскими неврологами, внедрены по всей стране. Речь идет о тысячах малышей, которые появляются на свет с патологиями. Проблемы, которые возникают в первые часы и дни жизни, всегда волнуют. Я не говорю о первых месяцах жизни. И, в общем, мама так или иначе всегда приходит к детскому неврологу. Он должен быть высококвалифицированным, чтобы увидеть те проблемы, которые не дадут в дальнейшем инвалидности. И главное, суметь их устранить. Наука в союзе и с производством. Коллектив Татнефти наградили за комплекс технологий, позволивший добывать черное золото еще эффективнее. Работали над ним с 2003-го. Ежегодно добывается именно за счет наших разработок более 1 000 000 тонн. То есть он ежегодно идет, внедряется, тиражируется. Обработано более 4 000 скважин. По нашим технологиям. Отметили и вклад казанских химиков в инновационное развитие экономики, а также физиков КФУ в фундаментальную науку. Лена Зинатульна, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.